17 апреля в 15:00 при выезде из города Лиски на круговом движении я совершил остановку. Решил понаблюдать за сотрудниками дорожно-патрульной службы, посмотреть, как будут они нести службу, так как там находился автомобиль с весами. То есть они останавливали фуры и проверяли документы. Что я зафиксировал? Я зафиксировал, как сотрудник полиции передает водитель фуры документы. И какое-то странное движение, прошу обратить внимание, посмотрите внимательно за руками сотрудника полиции, когда он взял документы в руки, что он совершил, какую-то манипуляцию. Мне показалось, что он что-то взял из этих документов, подержал в руке и потом аккуратно положил в куртку. Фокусы – это ловкость рук и никакого мошенства. Здравствуйте. Добрый день. Решил поближе пойти познакомиться. Скажите, пожалуйста, вы здесь в какой цели находитесь? Мы выполняем свою работу. Да? Замечательно. Просто у меня несколько кадров такие получились, что... Я зафиксировал, что что-то было передано водителям сотрудникам дорожно-патрульной службы. Похоже на купюры. Да, и довольно много людей. Не может быть, да? Нет. Такого просто не может быть. Исключено. А кто сотрудник? Вот сотрудник. Я такого я не... Да. Ну, может и не может быть. Но данные кадры будут переданы вашему руководству. И руководство уже расценит непосредственно, что это было. Потому что очень там все подозрительно все происходило. Как происходило? Человек в документах что-то какая-то купюра, бумажка какая-то находилась, которую сотрудник полиции вытащил из документов и положил себе в карман. Такие движения не были неоднократные. Ни с одним водителем. Вы что-то его подозреваете? Ну, возможно. Успокойся, Фунтик. Никто тебя не заставляет обманывать. Я хоть и фокусник, но обманщиков не терплю. Да, не терпит. Честно сказать, я думаю, всем гражданам это очевидно, что это было. Очень важно понимать, очевидно ли это для руководства МВД. Давайте спросим все дружно у руководства МВД, что это было, пусть нам объяснят. Я надеюсь, это нам все показалось. Мы непосредственно в нашей группе организуем опрос. Хотим посмотреть, какие будут ответы. Что кому что показалось. Может, ничего не показалось. Что-то показали. Что ты несешь? Слушай, он, наверное, наш шашлык просто взял, да?